сегодня я снимаю влог в такой суете, потому что сегодня мы отправляемся в классное путешествие с моей мамой. Дело в том, что мой папа сейчас в Владивостоке, поэтому мы отправляемся с ней именно туда. Сначала мы на поезде поедем в Москву, потом с Москвы мы поедем в Шереметьево в аэропорт, и с аэропорта мы уже, соответственно, полетим в Владивосток, потому что Владивосток находится очень-очень далеко, и ехать туда на поезде придется неделю, поэтому да, мы полетим на самолете. Это будет первый раз, когда я полечу на самолете за 10 лет. Это не первый раз, когда я лечу на самолете, но это будет первый раз, когда я полечу на самолете за очень долгое время. И мне уже не терпится, что буквально через несколько минут я буду находиться уже на другом конце России. Плюс еще в Владивостоке совершенно другой часовой пояс, поэтому будет немножко сложновато перестраиваться, но ничего. Самое главное, что я отдохну. Ура! Итак, вы готовы это увидеть? Погнали! Купили билет на Аэроэкспресс и ждем час до нашего отъезда. Угадайте, где мы? Мы в Шереметьево. Мы уже здесь. Приехали вот на этом Аэроэкспрессе. Мы были на втором этаже. Ой, я уже очень взволнована, потому что я полечу впервые за 10 лет. Для меня это очень легендарное событие. Так что мне уже не терпится. Я очень счастлива, что я здесь. Настроение, потому что нас с мамой посадили на разные места в самолете, то есть мы будем лететь вообще в противоположных сторонах, и для меня это как бы не очень, потому что у нас с мамой одна еда на двоих, а лететь нам 9 часов. Если что, я в купальнике, так что не пугайтесь. В общем, мы уже приехали во Владивосток, и мы будем жить здесь 2 недели у наших родственников. Так что так выглядит моя комната на ближайшие несколько дней. Сейчас у нас в планах поехать на пляж. Просто поплаваем сегодня. Погода вроде должна быть такой жаркой довольно-таки. И вы просто посмотрите, я вам сейчас покажу этот прекрасный вид из дома. Мы живем просто в раю, реально. Я просто офигеваю, во-первых, от природы, которая здесь, в этом городе. Вы еще так много не видели. Ребят, я только приехала, и я тут просто с таким лицом на все смотрю. Так что мне уже не терпится вам все показать. Вот вы, кстати, еще это чудо не видели. Иди сюда. Их, кстати, 3 таких чуда. Он сейчас что-то стесняется. Да, я тебе вот так поглажу. Вообще, я приехала в Владивосток сегодня, и у нас совершенно другой часовой пояс. Посмотрите на эти прекрасные цветы. Офигенно. Просто посмотрите, как красиво. И, короче, сейчас по моим часам примерно уже 4 часа дня, потому что я не спала. Поэтому привыкаем к совершенно другому часовому поясу. Кто это? Вторая собачка еще там. Окей, let's go. American teen. Это горячий латте. Прикиньте, в таких баночках такого латте нет у нас в магазинах. Это вкусно. Но это очень вкусно. Фокусе или нет, но мы приехали на пляж. Здесь такие классные волны. Это намного круче, чем Черное море. Это офигенно. Здесь много людей сегодня, потому что очень хорошая погода. Но это мы так, просто на разведку сюда приехали. Тут очень соленая вода, папа говорит. Очень нравится
эти волны. Посмотреть, потому что он кажется очень интересным тем, что там вместо камней стекла. Так что сейчас мы едем туда. Первый день здесь подошел к концу. Я сегодня очень сильно устала. У меня уже все спят, поэтому я говорю так тихо. Так что извиняюсь. Кровать очень просторная. Поэтому сегодня я буду спать просто как убитая. Тем более я после дороги. Поэтому я уже очень сильно хочу спать. Так что увидимся с вами завтра. Спокойной ночи. Всем доброе утро, ребята! Я сегодня встала очень рано, в 7 часов утра. Я очень классно спала, потому что эта кровать супер удобная. И за это время я уже успела позавтракать, погладить вещи, почистить зубы, умыться. Так что сейчас я буду собираться, и мы сегодня опять поедем на пляж. А еще сейчас я вам покажу супер классную штуку, вы просто упадете. Это реально офигенно. Та-дам! Смотрите, какое кресло, огромное массажное кресло, оно очень классное. Вчера я уже успела его испытать, так что сейчас я испытаю его еще раз вместе с вами. Короче, все, ребят, я готова ехать на пляж. Я уже делала свой купальник, шорты, рубашку, чтобы пофоткаться. Я очень запыхалась, потому что я только что бежала с соседнего дома до соседнего. И теперь мы готовы идти. Так что, да, в принципе, сейчас мы будем уже выезжать. Боже мой, как красиво! Лимонад классный. Офигеть, я такого ни разу не видела еще. В общем, на вкус как забродивший компот, если честно. Но сначала было прикольно. Мы заказали с мамой карбонару. Смотрите, нам принесли морских ежей. Я не знаю, как их есть, папа знает, он сейчас нам с мамой будет что-то объяснять. Хорошо, там бери ложку и ешь. Это край морского ежа. Вкусно? Конечно. Он колючий немного. Прикольно, прикольно, да, вкусно, как будто бы икра, не знаю. Это икра. А, да? Это и есть икра. И дома. Я немного поспала по дороге. Я очень устала, так что сейчас я пойду в душ и спать. Увидимся завтра. Ребята, просто посмотрите на эту красоту. Это Амурский залив. Это просто офигенно. Жалко, что камера не передает, но на самом деле он просто огромный. Вот это все. Даже там. Это Амурский залив. Это офигенно красиво. Итак, мы приехали в сафари-парк. Сегодня у нас такая погодка не очень. Тут очень много грязи. Так что сейчас мы будем покупать билеты на экскурсию. Мы очень хотим посмотреть на тигров, потому что это очень интересно. Тем более тигры — это символ Владивостока. Так что я беру вас с собой. Думаю, можно уже попрощаться с моими белыми кедами чистыми, потому что здесь очень грязно.
Просто посмотрите на этих прекрасных тигров. За ними было очень интересно наблюдать на самом деле. Еще там было очень много других милых животных, например, леопарды. Невероятно милые олени, которые стали просто любимчиками всех. Одного из них мне, кстати, еще удалось покормить. И медведица, которую звали Маша. А сейчас будет супер резкий переход к следующему дню. Вот такое вот доброе утро. Я решила сегодня накрутить волосы. И сейчас я буду собираться, потому что сегодня мы поедем на яхту. Ура! Я очень рада. Я очень хочу поделать там много классных фоточек, поснимать тиктоков. Так что мне уже не терпится. Наклеила себе патчи. Это второй раз в моей жизни, когда я клею себе патчи. Кстати, смотрите, какой здесь кран. Так проводишь и... Оп, прикольно. Смотрите, какой классный пылесос, господи. Он такой милашка, я прям не могу. Папа приготовил нам завтрак с таким вот видом. Смотрите, это такой чайник, а это кофемашина. А вот эта штука, это гриль, на которой можно жарить мясо, рыбу, шаурму. Сейчас я буду пить кофе с дурьяном. Кто не знает, это такой очень вонючий фрукт. А? Король фруктов. Он растет в Азии, и сейчас я буду пить кофе с этим фруктом. Вроде должно быть вкусно. Зацените мою кружку. Фу, воняет уже как. Смотрите, как много этого порошка. А, горячо. Кстати, салфетки еще круче. Очень вкусно. Ну, такой приятный вкус. Да, он очень нежный. Мне очень нравится. Класс. Вот такой вот лук сегодня у меня. Первый раз я буду кататься на яхте. В планах у меня сделать много классных фоток, видосов. Я очень надеюсь, что это все получится. У меня вообще не пойми, что на голове. Зато посмотрите на этот прекрасный вид. Итак, ребята, мы уже находимся на яхте. Мы уже плывем к нашей цели. Безумно красиво, особенно снаружи. Это просто офигенно. Правда, меня укачивает немного. Сейчас я нахожусь внутри самой яхты. Здесь очень классно. Это как мини-дом, посмотрите. Это кровать. Она огромная. Вот так вот все выглядит. Стол. Это мама. Там находится мини-кухня. Вот там по этой лестнице забираться на саму яхту. А еще здесь есть туалет. Это первый. И еще есть второй. Здесь очень круто. Я очень рада. Это первый раз, когда я хожу на яхте. Очень круто. Офигенно. Вау. Классно. На высоте щупальца. Это баня на воде. Это вау. Смотрите, как здесь все в бане. Здесь уже жарко очень. Там сама баня, там очень жарко. И, короче, вот такое вот маленькое пространство. Обалдеть, Маша, фотографируй. Это крабы, а это что? Не знаю. Это рис, это гребешки, там еще что-то. Вау, вообще здорово. На яхте, это было очень круто, сейчас тут просто прекрасный закат, это было потрясающе, я хочу, очень хочу еще раз это все повторить, так что да, было круто. Что ж, как-то резко закончилось это видео, потому что я забыла снять концовку, но я надеюсь, что вам оно понравилось, и если это так, то поставьте палец вверх, потому что я монтировала это видео 2 месяца, и я не шучу. Также мне будет очень приятно, если вы напишите свой комментарий, я очень хочу, чтобы вы это сделали, потому что это поможет моему каналу расти. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой тикток, я вас всех очень сильно люблю, всех обнимаю и всем пока-пока.